Казахстан будет твердо отстаивать национальные интересы. Об этом заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев. Сегодня он выступил на торжественной церемонии вручения государственных наград и премий ко Дню независимости. Президент акцентировал внимание на том, что в условиях геостратегической неопределенности усиливаются политический эгоизм и экономический национализм стран на международной арене. По его мнению, в современном мире глобальный статус народов во многом определяется в ожесточенной гонке за технологическое лидерство. Нам необходимо мобилизовать все свои силы и ресурсы для повышения реальной конкурентоспособности Казахстана. Сегодня как никогда важна консолидация нации и беззаветное служение ценностям независимости каждого гражданина. Мы продолжим свой внешний курс на укрепление системы международной безопасности, содействуя усилению роли многосторонних структур и Организации Объединенных Наций. Будем твердо отстаивать свои национальные интересы, последовательно проводить балансированную и конструктивную внешнюю политику, доказавшую свою эффективность в современном многополярном мире. Что касается празднования юбилея независимости, то Касым-Жомарт Токаев призвал уйти от громких акций и пафосных мероприятий, а отметить дату конкретными делами и новыми проектами. Мы продолжим реализацию объемного комплекса системных мер в экономике, социальной сфере, экологии. Уделим пристальное внимание нуждам и потребностям всех слоев населения, особенно молодежи, женщин, людей с ограниченными возможностями. Мы твердо намерены продолжить процесс политической модернизации страны. Глава государства анонсировал новый пакет реформ, о котором будет объявлено в начале следующего года. Это придаст новый импульс демократическим преобразованиям в Казахстане, направленным на построение слышащего государства, продвижение и утверждение принципов справедливости и равных возможностей, резюмировал президент.